Ну, продолжим экскурсию по Темиртау. Сейчас поедем в сторону старого города. Так вот это вот улица и пересекает весь город до старого города. Строймарт работает. Ветерок задувает. Западный, обещали. Не только снег, но и какие-то морозы. Да еще и усиление ветра. Вечная слава героям. Так, это памятник воинам Великой Отечественной войны погибшим. А тут я знаю автовокзал. Водохранилище отсюда не видно. И там увидим. А что на него смотреть? Замерзло? На рыбаков только посмотреть. Но они обычно вот здесь вот, городские, около автовокзала, сидят в этой стороне. Коса там, что ли, называется? Около косы. Проспект Республики продолжается. Налево Разина, так проскочить надо, пока мигает. Улица Степана Разина. Корпуса производственные. Здесь что, Корбит был, да, по-моему, завод? Всегда здесь такой запах стоял. Специфический. Сейчас это производство закрыли. ТЭЦ. Это железнодорожный вокзал. Сейчас появится. Вон он, вокзал Свердловский.
и рыбаков не вижу отсюда. Вокзал. Прочитали. Сейчас подъезжаем к старому городу. Здесь тоже своеобразная архитектура. Вот это вот театр немецкий был, да, в свое время. Реклама, объявление, чего-то ничего нету здесь. Но театр, конечно, красиво смотрится. А там слезы. Подъезжали мы к тому дому культуры. Там, к сожалению, было все разбито. Здесь все разбито. Это здание уже не первый год стоит в таком виде. Хотя здесь живут еще со стороны. Ну вот, к мостику подъезжаем, к переправе. Налево дорога в совхоз. Ну, сейчас уже не совхоз, а имени Чкалова. Я помню. А здесь что творится? Ух ты! Все нормально. Снег идет, но вода не замерзла. Улица Северная, Темиртау. Автобус пошел. Конечная здесь у них. А это уже западная, направо западная, прямо северная. Дальше будет восточная. Все очень просто в Темиртау. По сторонам света улицы назвали по направлениям и все. Частный сектор. Видимо, бывший дом культуры. А теперь что-то другое. Какой-нибудь танцпол. Вот сейчас еще по улице Восточной проедем. Через мостик глянем еще разок. Как там Нура поживает? Есть еще рыба. С дороги убирают, он ходит. Работяги. Да. Полноводная река. Ну, от Греста теплая вода идет. И дальше. Пока не замерзнет где-нибудь около Ростовки. Направо на улицу Панфилова. Ну, понятно, здесь все с этим дворцом хорошо. Но вот там есть такое печальное зрелище. Сколько уже лет? Может, что-то изменилось? Еще один дом культуры. Очень хотелось бы надеяться. Посмотри-ка. Да нет, ничего хорошего. Я думал, стекла ставили, что ли. Нет. Нет, киборги стоят разбитые. И никому нет дела. А такой интересный уголок.
с точки зрения архитектуры. Какие-то здания такие особые, построены полукругом. Здесь колледж у них. Вспомнил, как это дворец культуры называется, или дом культуры. Дворец энергетиков. Ну все, был дворец, теперь уже никогда, наверное, не будет дворцом. А это такой райончик интересный. Потому что вон какие еще здания там находятся. Так, красиво делали. Ну что, поехали дальше. Ох, какой домик-то, а! Прям красивый. Лепнины вот разные под окнами. Не жалели на это времени и денег. Сейчас доживают свои дни, наверное, эти дома. Еще такая панорама. С этой стороны проедем.